А мы на бывшей полевой Продольной, от которой к сегодняшнему дню уже ничего не осталось. А ведь когда-то здесь тоже стояли дома, которые продавались, покупались, сдавались в наем и были свидетелями самой разнообразной и активной жизни. Давно ли это было? Кажется, достаточно протянуть руку. Но протягивай, не протягивай, а уже ничего не достанешь. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».